Здравствуйте! В эфире телерепортаж «Времечко» и наш гость Влад. Влад, поприветствуйтесь с нашими зрителями. Всем привет! Хорошо. Можно задать вам несколько вопросов? Да, хорошо. Хорошо, я очень рад. Смотрите, у нас появилась, не спрашивайте откуда, такая информация, что вы за всю свою жизнь сказали три матных слова. При каких обстоятельствах это было? Ну, первый раз, это когда я упал с лестницы. А второй раз, это когда я спилил дерево случайно, и оно упало на папину машину. А третий? А третий раз, это когда меня отправляли в детдом, но я оттуда сбежал. Понятно. Хорошо, второй вопрос. У вас в доме есть домашнее животное? И если нет, хотели бы вы его завести? Да, у меня есть. Какое? У меня есть муха, которая жужжит всю ночь и не дает мне спать. И вашей сестре тоже, да? Да. Смотрите, у вас есть прекрасная сестра. И также 4 рубля. Вы у нее попросили в долг взять 3 рубля 17 копеек. Сколько рублей у вас стало? 4. Как 4? Не может быть такого. Вы просто не знаете математику. Какая у вас оценка? 10. Странно. А почему же 4? Это просто вы не знаете мою сестру. А, понятно. На этом наш телерепортаж окончен.